Я могу тебя очень ждать. Долго-долго. И верно-верно. И ночами могу не спать. Год и два. И всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облестят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря. Что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чещебам и перелазам, по пескам, без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги, только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать даря целый мир тебе, ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно. Милые женщины, поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам 8 марта быть красивыми, нежными, чуткими, любимыми, богатыми, изобильными. Потому что вы украшаете этот мир, и в значительной степени то, что делают мужчины в этом мире, они делают ради вас. С 8 марта, с Международным женским днем, порадуйте себя в этот день настолько, насколько возможно. Будьте счастливы. Это очень важно для тех мужчин, которые рядом с вами.